А в фойе кинотеатра все желающие могли получить консультации врачей, невролога, кардиолога, окулиста, эндокринолога и офтальмолога. Скажи, инсульту нет, протяни руку, здоровье. А акция, как и следует из этого названия, посвящена тому, что мы хотим поднять тему профилактики инсульта как одного из самых тяжелых заболеваний, которое ведет почти во всех случаях к инвалидности, ну и, соответственно, к повышенной смертности. Медицинское обследование прошли более 500 сочинцев. Измерили давление, сделали электрокардиограммы и сдали экспресс-тесты на содержание в крови сахара и холестерина. Тем, кому это было необходимо, специалисты провели обследование на кардиовизоре и психологические тесты. Акция состоялась в рамках проекта «Каждому сочинцу олимпийское здоровье». Он стартовал на курорте в прошлом году.